Человек находится 4 дня в неделю дома. И он может помыть посуду туда, убраться. Я прихожу старше, а вы можете помочь. Мне бы просто хотелось, чтобы меня полюбили, но я не так использовалась. Мне бы просто хотелось, чтобы меня реально любили. И не жалели ничего. Как мой отец был жадным, так и попадаю на такого же мужчину, который даже бы своей маме или моей жене не купил бы телефон. И при этом хочет, чтобы я тут убирала, стирала, бегала вокруг него. Это так не работает. Даже чувствуешь, что человек мне поможет в любой ситуации. И он этого не понимает. И я плохая. Потому что я должна все делать просто так. Всем привет! Многие из вас видели видео на моем канале, где вот эта вот чудесная украиночка жаловалась на своего парня-немца Арбузера, который, в общем-то, не купил ей iPhone, потому что, ну, это же как-то статусный телефон. Вот у него есть iPhone, а у нее нету, и он не раскошелился, а сказал, заработай, мол, сама. А теперь она плачется, что она его обхаживает, а он такой неблагодарный. Знаете, это бесконечно греет мне душу, потому что мужчина любит, уважает и ценит себя и не дает какой-то проходимке, в общем-то, себя оголодранить. Но самое клевое то, что она сейчас выставляет себя такой жертвой, плачет на камеру, и ведь найдется какой-то такой вот оленяка, который ее пожалеет, по-любому найдется. Вот. Но, тем не менее, скажем так, на мужских каналах, на каналах мужского движения данную особу запомнили, она прославилась. Ну и, в общем-то, думаю, мало уже кто поведется на подобную манипуляцию.